Здравствуйте, Константин. Это видео про то, как пользоваться переходником с одуванчиком Pentacon 6 Nikon и как ставить этот переходник в камеру, чтобы не сломать одуванчик. Также как крепить объектив. Вот смотрите. Аналог вашего объектива Волна 3. Вот с новым названием Арсат. Как видите, такой же байонет, как на вашем. Обратите внимание на этот выступающий штырек и на выемку внутри переходника. Совмещаем этот штырек с выемкой внутри переходника и затягиваем вот это вот колечко. Поскольку байонеты на объективах бывают немножечко различаются по толщине, то возможно ваш объектив тоже будет немножко люфтить в этом переходнике. Для этого существует затягивающий винт. Берете обычную отверточку и затягиваете винт на переходнике. Все, как видите, объектив больше не шатается. Теперь смотрите, совмещаем красную точку на переходнике, напротив которой находится средний контакт одуванчика, с белой точкой на камере, на байонете. Немножечко углубляем объектив в байонете и поворачиваем до щелчка против часовой стрелки. Вот, как видите, камера сразу реагирует, и как будто бы на камере стоит родной объектив. Я запрограммировал фокусное расстояние 80 мм, и все диафрагмы от 2,8 до 22. В меню камеры вы выбираете режим съемки IFS и ставите на камере режим А. Затем выбираете, смотрите видоискатель, выбираете центральную точку, например. Ставите диафрагму в камере, например, 2,8. И на объективе тоже выбираете диафрагму 2,8. Затем смотрите видоискатель. Можно нажать кнопку затвора сразу. И пока нет фокуса, затвор камеры не сработает. Вот как слышите, пол кнопочки нажимаем, вы слышите звуковой сигнал, и в видоискателе увидите загоревшуюся выбранную точку фокусировки. То есть все как на автофокусном объективе, только резкость крутить рукой. Соответственно, не забывайте, если вы в камере поставили диафрагму, например, 5,6, значит и на объективе нужно поставить диафрагму 5,6. Если вы увидели, что снимок передержан или недодержан, как и на автофокусном объективе, используйте кнопку экспо коррекции. Таким же образом очень аккуратно вынимайте объектив из камеры. Одуванчик очень хрупкий, поэтому нужно всегда очень аккуратно это делать. Нажимаем стопорную кнопку на байонете камеры и аккуратно поворачиваем объектив до красной, до совмещения красной точки с белой, и вытаскиваем объектив с одуванчиком. Крышка, на крышке есть английское слово open и стрелочка. По часовой стрелке крышка снимается, против часовой стрелки заворачивается. Не выдергивайте, а просто аккуратно повернули, подняли, опустили, повернули против часовой стрелки. Все, ваш переходник защищен, одуванчик целый. Сейчас я упакую ваш переходник, и завтра он поедет к вам. Спасибо за внимание.